Не успели открыться после карантина, как уже снова закрыты. 8 крымских предприятий приостановили свою работу. Соответствующее решение принял местный суд. Причиной, из-за которой организациям придется снова закрыться, стало нарушение санитарных норм. На рассмотрении в прокуратуре находится 5 проверок, подготовлены для передачи к рассмотрению в прокуратуру 7 проверок. По ранее проведенным проверкам принято 8 решений судов о приостановлении деятельности, одно на составление на админштраф. И сегодня состоятся еще 2 судебных заседания по переданным материалам.